Уважаемые зрители, вам будет представлено исследование амплитудно-частотной характеристики лампы усилителя, выполненного на 6N23P и 2 6N13S, отличительной особенностью которого является бестрансформаторный выход. Один килогерц меандр. Десять килогерц меандр. Сто килогерц меандр. Фронты завалены. Амплитуда меньше в два раза. Это позволяет сказать о том, что амплитудно-частотная характеристика будет линейна где-то до 50 кГц. Герц. Как видно, постоянная составляющая не проходит. Это неудивительно, учитывая то, что выход развязан конденсатором. Теперь синусоида. 100 Герц. 1 кГц. 10 кГц. 20 кГц. Амплитуда не изменилась. 30 кГц. 48 кГц. Начинается резкий спад. 190 кГц. 100. Благодарю за внимание. Отдельная благодарность Дмитрию за съемку этого сюжета.